Раз, два, три, елочка горит! Десятки людей, несмотря на проливной дождь, пришли на площадь Куйбышева. Главная елка города торжественно загорается разноцветными огнями. Право зажигать новогоднюю красавицу, конечно, у настоящего Деда Мороза, который приехал из Великого Устюга и дает напутствие всем жителям Самары. Девиз наш – творить добро. На благо не только Великого Устюга, на благо Вологодщины, на благо Самары, а на благо всего мира. Я надеюсь, что вы будете радовать моих внучат. Вам удачи и хорошего новогоднего настроения! Конец года, время подводить итоги и строить планы. В Самаре за прошедший год произошли кардинальные перемены, говорит Олег Фурсов, а также делится своими надеждами на год наступающий. Новый год несет нам новые перспективы, новые возможности, которые мы обязательно с вами реализуем. Дедушка Мороз шагает по стране дальше. Тысячи детей ждут его появления. Но пока он на самарской земле, нужно воспользоваться возможностью и загадать желание. Есть легенда, что, чтобы заветное желание сбылось, нужно подержаться за посох настоящего Деда Мороза. Правда это, дедушка? Верно. Если это доброе желание, оно обязательно исполнится. Ну, проверим это в будущем, а пока загадаем желание. Загадал и надеюсь, что оно в скором времени исполнится. Марьяна Мирная, Максим Гусев, Константин Головин и Дед Мороз. События.